ванну. Ах, дорогие зрители, почему я не могу спуститься в зал и пройти между рядов, чтобы вы могли обнюхать меня? Сирия, я жду тебя, дорогая. Сирия! Ты пришел вовремя. Попрощаемся. Но разве Псевдон не дал тебе выпить вина? Моя Лилия запрещает тебе? О, нет! Нет! Да, да. Прибыл Глорион. Я должна идти к нему. Я ненавижу его. Я тоже. Я знаю, как заставить его страдать. Что? Это обед. Нет, обед это мы не будем. Псевдон убил ее хозяина. Где он? В Сундоне. Нет, он был в Сундоне, а сейчас он ушел. Сина, по неотложному делу. Правда? Да. Скажи мне, Филя, если еду завладеть казаком, ты видишь с ним? Да. Хорошо, погуляйте там с завивками. Сначала с завивками, потом поеду. Все. Отлично, так, иди сюда. Иди сюда. Псевдон. Псевдон, почему ты не сказал, что мне предстоятся девушки? Не может быть девушкой. Глорион увидит тебя и уйдет своим путем. Но все будет хорошо в Дагбаре. Да он нам не поверит. Но поверит, мы должны его убедить. А как мы его убедим? Он хочет сказать, что он поверит в то, что я красивая мертвая девушка. Он так и обворожителен. Все, давай, ложись. А если я так обворожителен? А вдруг он запишет целовай, не будет целовай. Все, ложись, давай. Все, ложись. Закрой глаза и думай о загробном мире. А мне нужно украшение. Да на тебе кольцо. На, все. Все. Хорошо. Все. Так. А цветы? А цветы. Молодец. А тапочки, тапочки. Молодец. Тапочки. Какая разница? Ой, а монеты, которые он закроет при глазах? Я ставлю себе.
planet Earth. She blesses us with her presence. And then she departs. She's so beautiful. Обедал я увезу с собой. Господин, умоляю, уговоритесь. Разве можно уничтожать такую красоту? Ее ждут боги. Они не обрадуются, если вместо неба они получат копченый окорок. Я не позволю себе оскорбить богов. Что ж, вот он контракт. Возьми его и предайте тело земле. А я пойду своим печальным путем. Прощай. Поцелуй. Ну не твой.